Приветствую, друзья, приветствую. Ну вот удивительное дело, мне там сразу начинали писать, ну я сейчас подождите одну секунду, ну подождите, ну спрашивают, ну как же вы свой голос так сделали, ну слушайте, ну как сделал, ну нормальный стал мой голос, нормальный. Я вообще-то фониатрией занимался с Софой Михайловской, она была врачом лор-болезней. Я даже ей предложил в свое время там Махачкале службу фониатрическую сделать, для того, чтобы у людей голос лечить. А мы их погружали в гипноз тогда в свое время. Внушали им, что у них токи идут по телу, по моему методу гипносиотерапии или сигнальной рефлексотерапии. Они выздоравливали, ухо, горло, нос, между прочим. Так вот, что я сделал. Я вот в ответ на эти вопросы, я стоял сейчас у окна, думал о том, какую отличную картину нам удалось нарисовать. Это же войдет в аналы вечности. Ну, смотрите, и одновременно посмотрите на майки на моей, вон там мне подарили друзья, напечатали. А сейчас Нелли Зарипова напечатала на холсте картину про себя. Я же ей сделал картину про Нелю Зарипову. Вы же видели ее, наверное, да, друзья? Потрясающая. Она там на холсте напечатала, заказала в какой-то мастерской, взяла эту фотографию с ее картиной, распечатала, и все там смотрели. Удивительная картина Нелли Зарипова, наша Литагент. Ну и вы так делаете. Можете брать фотографию, заказывать в мастерских, и там у вас в городах печатать на холстах, и будет прямо такая картина. Я вам это дарую бесплатно. Дарую, дарую, друзья. А сама по себе картина, как я сказал, бесценная, она очень дорогая, это невероятное количество она будет стоить на разных конкурсах там, где это происходит, я не знаю. Но люди, которые бизнесом занимаются там, они разбираются в этом, я в этом не разбираюсь. Так слушайте меня внимательно. Как голос сделать? Нормальный голос меня спрашивает, у вас такой молодой голос стал. Да как, просто я стоял у окна и думаю, как же мне ответить? Это в этот момент, когда я стал задумываться, как же я делал. Потом я вспомнил, как я делал. Я просто делал вот так, смотрите внимательно. Видите, одновременно, фонация, тут же связки. Смотрите, через букву Х. Делаешь синхронное действие через букву Х. Помните, у меня там, ну вы напишите мне, я там показывал, как с ковидом бороться. Там у меня синхронасос. Помните, как я вам показывал? И точку нажимать, и ножку поднимать, вот так вот, одновременно, чтобы синхронизация была, чтобы резонансное состояние было в соответствии с вашим текущим состоянием, в моменте. Ну так нравится говорить, в моменте, это мода такая. А теперь слушайте меня, ну это сразу, это здесь и сейчас, сейчас говорят в моменте, ну некоторые так говорят. Теперь слушайте меня. Итак. И теперь можно петь, такой голос становится. Вот так, друзья, вот молодой голос становится. А какой был, такой был. А знаете еще что? Там же поток у меня есть. Там же поток у меня есть. Вы посмотрите, ключевой поток, ключевое дыхание минутное. Вообще у нас такие в нашей школе, чем больше Homo Futurus, самые передовые продвинутые технологии. Ну что это такое? Просто взять вот так вот. И теперь можно петь. Да, я, который не умею петь и всегда говорил сиплым голосом, теперь сразу за одну, за 2 минуты могу разговаривать. Басом могу, еще как-то могу. Не, баса пока не могу, потому что бас это не мой голос. А этим обретается естественный, ваш собственный, свободный голос, лучше которого на свете нет. До встречи, друзья. Вперед к нашему будущему, которое внутри нас.